Неспокойно в молдавской Гагаузии. Люди заблокировали здание суда в столице автономии. Недовольство вылилось на улицы после того, как на выборах главы территориального образования победила кандидат от оппозиционной партии ШОР, и премьер Молдовы заявил, что итоги голосования следует признать недействительными. И практически сразу силовики начали изымать бюллетени избирателей. Поддержать протестующих пришли депутаты парламента и мэры городов Гагаузии. Избранная Евгения Гуцул не однажды критиковала нынешнее руководство Молдовы за экономический кризис, обострение отношений с Россией. В целом вся Гагаузия уже традиционно выступает за сотрудничество с Москвой.